Уже 22 года Александр Быков в лесном хозяйстве. Он не заготавливает древесину, не высаживает деревья и не работает на пилораме. Его стихия – цифры. Даже к самым скучным, на взгляд постороннего, расчетам подходит с душой и превращает их в увлекательное исследование. Составляет финансовые планы и отслеживает, насколько различные подразделения воплощают их в жизнь. Анализируя эти цифры, мы смотрим, где у нас идут перерасходы, где у нас идет экономия. Если идет перерасход, мы ищем причину. Ну а где экономия, там мы уже смотрим, где мы сэкономили тут деньги, значит, надо пересмотреть нам что-то, чтобы добавить людям, может быть, немножко зарплаты, либо что-то еще сделать. С таким контролем и тщательным планированием производительность выросла на 3%. Себестоимость снизилась на 1%, но главное, заработная плата выросла на 13%. Александр Борисович уверен, успешный экономист всегда помнит, что стоит за сухими цифрами, выкладками, графиками. За этими цифрами стоит весь наш труд. Это люди, это ценность наша, самая главная, лес, это наши материальные ресурсы. Александру Быкову будто недостаточно полного дня за рабочим столом. Уже несколько лет он общественник. При его участии появилось 4 школьных лесничества, где дети учатся определять возраст деревьев и выбирать правильные деревья для рубки, а также получают основы экологических знаний, чтобы не только пользоваться лесом. Фотографировала и замечала разные интересные растения, которые я лично никогда не видела, например, в нашем лесу. Насекомых очень интересных, которые на цветах, где-то пчелы, там разные насекомые. Птиц разглядывали, смотрели. Александр Быков говорит, пусть не все его ученики пойдут, когда вырастут в лесники, зато о природе будут знать чуть больше остальных, а значит, беречь ее. И это, считает он, самая экономически выгодная инвестиция. Илья Кочетков, Александр Антропов, «День с толком».